Здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел поговорить об игре, которая называется Car Mechanic Simulator. Это симулятор механика. Первый раз такую игру встречаю. Игра полностью на русском языке. В данной игре вы будете ремонтировать различные автомобили и за это будете зарабатывать различные деньги. Вот у нас есть клиенты, которые мы можем, так сказать, их машины отремонтировать. Давайте выберем какой-то автомобиль. И вот человек пишет, можно проверить мое авто, мне кажется, с ним что-то не так. Нажимаем. Теперь вот автомобиль, на котором мы сможем ремонтировать. Для того, чтобы начать его сервис, мы нажимаем. Так, части ремонта делятся на три группы. Колеса, двигатели, рама. У этой машины проблемы с колесами. Окей. Просмотрите информацию об актуальном ремонте. Давайте нажимаем. Нажимаем. Пока мы не знаем, какое колесо повреждено, нужно его найти. Окей. Выбрать любое колесо, можно поворачивать части, приближать их. То есть мы можем рассматривать, вот, так сказать, скелет нашего автомобиля, который мы с вами ремонтируем. Так мы сможем... Давайте тапнем на какое-нибудь колесо. Ага, теперь мы заводим, делаем диагностику, проверяем. Это колесо нужно заменить, оно красное. Исправная часть зеленая, та, которую можно отремонтировать, желтая. Ага. Диагностику можно проводить также для выбранных групп и всего авто. Так, меняем колесо. Все, и демонтируем его. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Все, у нас прекрасно. За этот ремонт, кроме денег, получите очки игрока и очки мастерской. Окей, мы заработали денежки и отремонтировали машину, которую нам дали для того, чтобы ее... Это, так, что еще можем сделать? Так, можем различный магазин посещать. Этот магазин, в котором можем различные штуки приобретать. Колеса. Пока мы можем пить только колесо, при повышении уровня игрока получаем доступ к следующим частям. Окей. Раз, покупаем, приобретаем. Окей. Идем дальше. Вот наши деньги, которые мы с вами заработаем. Ну все. Нам, вот наша, так сказать, мастерская, где наши машины будут ремонтироваться. Достаточно симпатично, кстати, графически сделано. Так, что-то еще есть такое. А, вот. Ну это, как я понимаю, можем за реальные деньги купить. Игровые деньги, это гараж, ну, ремонтную мастерскую мы можем выбирать различные, вот, докупать различные штуки, для того, чтобы, так сказать, это, так, вот автомобиль, а это лицензия, определенная лицензия, видите, которая позволяет нам ремонтировать определенные автомобили. Очень интересная игра, советую обязательно ее скачать, тем более абсолютно бесплатно, вот, если вы вам нравятся автомобили и что с ними связано. А с вами был Android Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.